heaven on earth. Доброе утро всем, кто нас смотрит по всему миру на ТБН, One Gospel, Facebook и YouTube, на онлайн-платформе CRC и всем, кто слушает нас по радио. Вы готовы славить Иисуса? Поднимайтесь и прославьте Иисуса. Поехали! Будем хвалить Его! Славьте Иисуса! Он Царь Царей, Господь Господь! Аллилуйя! Отец, мы любим Тебя, славим и почитаем. Ты достоин всей хвалы.
Если вам нужна молитва, наши пасторы ждут ваших звонков и сообщений, чтобы помочь вам и помолиться за вас. Бог может покрыть любую вашу нужду. Оставайтесь с нами. Поднимите руки к Богу и превратите аминь в аллилуйя. Мы поем аллилуйя над Южной Африкой, над нашим будущим. Слава Богу! Пойте перед телевизором, где бы вы ни были. Аллилуйя над всей Южной Африкой. Аллилуйя! Пусть поет весь балкон также. Все братья в этом доме, все сестры в этом доме, пойте аллилуйя и восклицайте Господу, потому что Он достоин вечной хвалы. И последний раз. Аминь. Аминь. Воздайте Господу громкую хвалу. Нас ждет прекрасное время вместе. Скажите аллилуйя, где бы вы ни были, в Йоханнесбурге, в Блумфонтейне, по всей Африке, на канале ТБН, One Gospel, Facebook Live, YouTube, на онлайн-платформе CRC в исправительных заведениях по всей Африке. Привет всем в России, в Израиле, в Америке, Европе, Индии, Китае, Африке. Пусть Бог благословит вас. Нас смотрит много людей в Кении, Малави и Конго. Пусть в Африке скажут свое громкое аллилуйя великому царю царей Господу Господ. Рад видеть каждого из вас на этом месте. Крепко обнимаю вас. Очень рад всем вам. Занимайте свои места. У нас есть лишь мгновение, но если Бог рядом, то это все, что нам нужно. Итак, откройте свои Библии на Иеремии 29 главе. Хочу поговорить с вами о будущем и о надежде. Скажите, у меня есть будущее. Скажите, у меня есть надежда. Скажите, у ЮАР есть будущее. У Африки есть надежда. Во имя Иисуса, аллилуйя. Посмотрите на жену и скажите, дорогая, у нас прекрасное будущее во имя Иисуса. Надеюсь, вы готовы. Сегодня мы пели о детях наших детей. Я верю, что мы будем растить наших детей в благословенной, процветающей земле. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Итак, Иеремия, 29 глава, с 10 по 14 стих. Послушайте, что говорит Бог. «Я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие, ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Я хочу добавить великое будущее». Скажите, великое будущее. Я понимаю, что некоторые из вас не были в церкви 7 месяцев, поэтому давайте будем избавляться от ржавчины. Мы соблюдаем социальную дистанцию, и я понимаю, что на вас маска, но не позволяйте маске закрыть вам рот. Скажите, у меня великое будущее во имя Иисуса. Аллилуйя. Итак, только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду.
и воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, я услышу вас, и взыщете меня, и найдете, если взыщете меня всем сердцем вашим». Подчеркните в своих Библиях фразу «если взыщете меня всем сердцем, я буду найден вами, говорит Господь, и возвращу вас из плена». А сейчас я хочу прочесть этот отрывок из перевода послания. Это для молодых людей, для всех, кто моложе 85. Итак, поехали. Бог говорит: «Я приду и позабочусь о вас, как я и обещал, и верну вас домой. Я знаю, что я делаю». Аллилуйя. Многие люди думают, что Бог не знает, что Он делает, но я хочу сказать вам, что Бог все еще на престоле. А Иисус сидит справа от Него. Его могила все еще пуста, а Он все еще жив. А Его имя все еще выше всех других имен. Скажите «Аминь», если вы верите в это. Аллилуйя. Бог знает, что Он делает. Когда дьявол что-то затевает, Бог затевает что-то еще лучшее. Дальше. «Я уже все спланировал. Планы, чтобы позаботиться о вас, а не бросить вас. Планы. Дать вам будущее, на которое вы надеетесь». Это очень сильно. Не любой план и не любое будущее, а планы будущее, которое вы хотите для своей страны и для своих детей во имя Иисуса. «Когда призовете меня, когда подойдете и помолитесь мне, я услышу. Когда будете искать меня, то найдете меня». Вот в чем ключ. Не хочу говорить только о ЮАР, потому что нас смотрит весь мир, но я считаю, что каждый житель ЮАР должен обратить внимание на то, что я сейчас скажу. Потому что наше будущее связано с будущим нашей страны. Когда мы говорим о восстановлении, то имеется в виду восстановление всех, каждого человека в ЮАР. Каждый из нас — часть того великого будущего, которое Бог пообещал Южной Африке. Если вы верите в это, то скажите «Аминь» и прославьте Господа. Но будущее, которое Бог приготовил для Южной Африки, находится в руках Церкви. И оно откроется и реализуется только через молитву. «Когда будете искать меня, то найдете меня». Да и когда вы серьезно настроитесь найти меня и захотите этого больше всего на свете, когда вы захотите меня больше всего на свете, говорит Бог, я выслушаю вас, я изменю вашу ситуацию и дам вам будущее, которого вы хотите. Если вы готовы это принять, то давайте, принимайте. Да и когда вы серьезно настроитесь найти меня и захотите этого больше всего на свете, не восстановление, не исцеление, не освобождение, а самого Бога, если хотите этого, вскочите на ноги и прославьте громко Иисуса. «Когда захотите меня больше всего на свете, то я позабочусь о том, чтобы вы не были разочарованы. Ради вас я переверну все с ног на голову. Разве это не причина для радости, каким бы ни было ваше настоящее? Бог говорит, я за тебя. А если я за тебя, то кто может быть против? Аллилуйя!» Итак, Бог говорит, у вас есть великое будущее и надежда. «Я знаю, что я делаю. Я вас не разочарую. Я переверну мир ради вас, в вашем браке, в вашем бизнесе, в ваших финансах, в вашем доме, в вашей ситуации». С чем бы вы ни столкнулись, Бог обещает позаботиться о вас. Это было Божье обещание израильтянам после 70-летнего плена в Вавилоне. Сегодня мы поговорим о Данииле и его друзьях, которые стали жертвами торговли людьми. Их продали из Иерусалима в Вавилон. Особенно я хотел бы обратиться к молодым людям и показать им, что независимо от сложившейся ситуации, вы можете подняться на вершину и стать хозяином положения. Неважно, кто против вас, Бог переведет вас из ямы во дворец. Божьего человека невозможно сдержать. Не просто хорошего, а именно Божьего человека невозможно сдержать. Скажите «Аминь», если верите в это. Бог говорит, что после 70 лет плена
Слава Богу, что наш карантин продлился не 70 лет. Мы верим, что появится вакцина, и мы пройдем все это нетронутыми и неповрежденными. Мы верим, что в итоге мы будем лучше и сильнее. Наша страна станет прекраснее. Мы построим прекрасную Африку, прекрасную Россию и другие страны мира во имя Иисуса. Итак, Бог говорит, то, что вы пережили, не было моим планом для вас. В Иоанна 10:10 сказано, вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Бог говорит, то, куда вы идете, это мой план для вас. Но вы получите это или придете во все это, когда серьезно отнесетесь к тому, чтобы искать меня. Ни своих планов, ни своих программ, ни своих политических взглядов. Слава Богу за наших лидеров, но есть вещи, которые может сделать только Бог. Бог говорит, я выведу тебя из плена. Я могу освободить тебя так, как не может никто другой. Я могу исцелить тебя так, как никто другой, потому что я все еще Иегова Рафа. Иегова Шалом. Иегова Ира, я все еще твой обеспечитель. Когда будешь искать меня больше всего на свете, я услышу тебя и не разочарую тебя. Возможно, вы не знаете, что несет будущее, но знаете, что Бог держит будущее в своей руке. Если вы обратитесь к Богу и будете искать Его всем сердцем, то Бог проложит путь даже там, где его кажется нет. Прославьте Господа за это. Хоть как-то покажите, что вы рады тому, что вы сейчас в церкви. Аллилуйя! Итак, Бог говорит, у меня есть для вас будущее, несмотря на все то, что вы сейчас проходите, и несмотря на всех скептиков, я все еще держу все под контролем. Аминь. Иногда, смотря телевизор, кажется, что это совсем не так. Но Бог все еще на престоле, а дьявол все еще у него под ногами, а церковь все еще надежда мира. Мы обязательно поднимемся и увидим, как Господь Иисус поднимается над Южной Африкой, и исцеление под крыльями Его. Аминь. Несмотря на все то, что пережили вы или ваша семья, Бог говорит, «Я знаю свои мысли о тебе». Это мысли мира, а не зла, чтобы дать тебе будущее и надежду. Несмотря ни на что, у нашей страны есть будущее и надежда. Наш Бог может все изменить. Я рекомендую христианам не нападать на политических лидеров в сетях. Первая церковь молилась за Павла. Не недооценивайте того, что может сделать Бог. Не стоит исключать Бога из уравнения. Не нужно так сильно фокусироваться на проблемах, чтобы говорить только о них. Говорите то, что говорит Бог. Не поддавайтесь панике и будьте уверены в Божьих способностях и Его обещаниях. Он сказал, «У меня есть для тебя будущее и надежда. Я тебя не разочарую во имя Иисуса». Наш Бог обращает плач в танцы, а печаль в радость. Я уверен, что наступит тот день, когда Южная Африка станет процветающей страной для всех ее жителей. Мы увидим тот день, когда великаны преступности, расизма и гендерного насилия и любые другие великаны в Южной Африке будут повержены. Но давайте, вскочите на ноги, хоть кто-нибудь и скажите, пусть Бог благословит Южную Африку во имя Иисуса. Кто-то написал мне, что я много говорю о политике. Это не политика, а насущная проблема. Что толку говорить об антихристе, когда в нашей стране полно бедных людей, а женщины в постоянной опасности? Это наши великаны, и их нужно победить. Великана невозможно игнорировать. Великан не будет побежден каким-то Рэмбо. Он будет побежден, когда вся Южная Африка поднимется вместе
Все мы знакомы с великаном бедности, с великаном расизма и великанами разного рода насилия. Аминь, да? Услышьте меня. Мы увидим Бога через церковь, через политических лидеров и через бизнес. Все они вместе повалят этих великанов одного за другим. Сейчас ведется сражение с великаном коррупции. Да, только трое из вас рады этому. Я верю, что наступит время, когда наши дети снова смогут играть на улице. Прославьте Бога за это. Но вы должны понимать, что сейчас, как никогда, мы должны объединиться в молитве и не соглашаться на разделение. Пора всем христианам объединиться и искать Бога так, как никогда. Потому что Бог сказал, если мы серьезно отнесемся к тому, чтобы искать Его, то мы не будем разочарованы. И это обещание было дано не части Израиля, а всему Израилю, всей Южной Африке, всей Намибии. Некоторые люди заинтересованы только в своем восстановлении. Хочу сказать, что после этой пандемии мы поймем, что мы нужны друг другу, и что мы не чужие друг другу, не чужие. Мы будем восстанавливаться вместе. Только вместе мы построим новую Южную Африку. И мы увидим, как наши дети живут в стране наших мечтаний. И в том будущем, которое приготовил для них Бог, несмотря на цвет их кожи, во имя Иисуса, Бог будет поднимать праведников, чтобы они занимали место в правительстве. Если церковь будет искать Божьего лица, то мы увидим, как будет разрушено проклятие нищеты над нашей страной. Мы увидим, как наши молодые люди станут образованными. Мы увидим благословенную и процветающую Южную Африку. Это будет земля, текущая молоком и медом, которая будет благословением для других, для Африки, для Европы и для всех стран мира. Бог сделает с Южной Африкой такое, что заставит весь мир удивляться и говорить: «Должно быть, это Бог». Если вы верите в это, то прославьте Бога. Давайте изменим эту атмосферу во имя Иисуса. Итак, когда Бог позвал израильтян в обещанную землю после 430 лет рабства, Он не предупреждал их о великанах, которых им нужно будет победить. Напоминаю, что цель великана — поработить вас. Это может быть великан депрессии, великан болезни, великан бедности или разделения. Великаны не уходят сами. Именно поэтому нам, христианам, нужно быть очень активными. Как я уже говорил, для полного восстановления нужно укрепиться в Господе, а во-вторых, спросить у Бога, и в-третьих, столкнуться лицом к лицу со своим великаном. Недостаточно только говорить о великанах. Нужно получить у Бога стратегию для победы. Кому-то из вас придется восстанавливать свой бизнес. После 7 месяцев карантина церкви тоже нужно усердно работать, чтобы быстро восстановить то, что было утрачено. Ничто не происходит само по себе. Ничто. Итак, нам нужно молиться, искать Бога, просить у Бога мудрости, а потом быть активными под руководством Бога, чтобы свергнуть тех великанов, которые мешают вам овладеть вашим наследием. Бог говорит, что ключ ко всему этому — это серьезность в поиске Его. Не в поиске освобождения. Не в поиске своих стратегий и своих планов. Нет, Бог говорит: «Если смирится народ мой, который именуется именем моим». Смирение — это очень важная вещь. Смирение — это не просто молитва. Нет, это означает опустошить себя, отдаться в руки Иисуса. Это когда вы сломлены.
Когда позволяете Иисусу восстановить вас, а вы позволяете Ему изменить ваш взгляд на ситуацию, на мир и на других людей. Вам нужно смириться и позволить Ему стать горшечником, чтобы вы могли стать сосудом к чести для Божьего использования. Многие харизматы настолько горят для Бога, что не позволяют Ему лепить что-то из них. Иногда у них так много планов, что они мешают планам Бога. Кто из вас верит, что Бог может освободить вас, что у Него есть сила сделать это? А кто из вас верит, что Бог может освободить вас? Если вы в это не верите, то этого не будет. А кто из вас верит, что Бог может помочь нам решить любую проблему, которая есть в Южной Африке? Вы должны верить. Будьте внимательны к тому, за кем вы следуете. Очень внимательны будьте. Если вы женщина Божья, то ваше освобождение в руках Божьих, и вам нужно следовать за теми, кто послушен Богу. Плен может продолжаться, пока лидеры не начнут серьезно относиться к тому, чтобы искать наивысшую силу во Вселенной. Ни один человек не имеет таких планов, мудрости и силы, которых было бы достаточно для освобождения. Никто не имеет этого. Никто. А вот почему наши планы не работают. Плюс этой пандемии в том, что мир будто бы поставили на паузу. И чем больше люди пытаются решить эту проблему, тем меньше у них это получается. А вы не сможете так решить свои проблемы никогда. Это не означает, что у Бога нет для вас великого будущего, потому что Бог ясно говорит: «Я дам вам будущее, которого вы хотите». Например, у вас нет детей, и все говорят вам: «Сделайте ЭКО» или что-то там еще. В этом нет ничего плохого, если только это рема от Бога. Но если у вас нет откровения от Бога, то вы впустую потратите деньги. Бог не будет поддерживать ничего из того, что не родилось из Его Духа. Неважно, сколько людей согласны с вами. Именно в этом был ключ к выходу израильтян из 70-летнего плена. Даниил был удивительным человеком, а также и Сидрах, Месах и Авденаг. В нашем мире существуют проблемы, торговля людьми. Эти юноши стали ее жертвой. Они были проданы, и я докажу вам это из Библии. Их забрали в Вавилон как рабов, но они поднялись так высоко, что это было в 10 раз лучше того, что было в Вавилоне. В то время Вавилон был наивысшей цивилизацией, культура, и образование Вавилона были значительно выше всех в мире. Но эти четверо юношей, которые были в изгнании, жертвы торговли людьми, проданные в рабство, решили не оскверняться тем, что с ними произошло. Это очень важно. Они решили не быть жертвами и не оскверняться культурой того времени, жестокостью того времени и посланием того времени. Это очень важно. Нужно уметь закрыться от всего этого и при этом не изолироваться ото всех, вместе со всеми, но закрытые. И они были в 10 раз лучше, потому что они были Божьими людьми. Я считал, что хорошего человека невозможно удержать внизу, но на этой неделе я изучал Библию и понял, что правильно будет сказать так: невозможно удержать внизу Божьего человека. Невозможно удержать Божьего человека от его предназначения, потому что будет так, как задумал Бог. Так, чтобы ни один человек не мог похвастаться своей силой и своими способностями, и чтобы все вокруг понимали, что это сделал Бог. «Я поставлю тебя наверху,
Даже в плену я буду продвигать себя наверх. Я буду помазывать тебя и продвигать, если ты останешься Божьим человеком, если будешь серьезно относиться ко мне. Если ты поставишь меня выше всего остального в жизни, то я сделаю для тебя такое, во что будет тяжело поверить, и все, кто узнают тебя, будут удивлены. Потому что я все еще Бог. Я великий и превознесенный. Я могущественный, и для меня нет ничего невозможного. Если вы верите в это, то воздайте Господу хвалу. Аллилуйя. Великаны, с которыми мы сталкиваемся, реальны. Но Бог еще более реален. Бог больше. Числа 13 глава 1 стих. Бог общается с Моисеем. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую». Это земля обетованная. Я хочу сказать еще раз всем деловым людям, ваш успех напрямую связан со всеми в нашей стране. Скажите аминь на это. «Пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я даю сынам Израилевым». Бог говорит послать лидеров. Сейчас нам как никогда нужны правильные лидеры. В нашем мире лидерский кризис. Нам нужны лидеры не коррумпированные и не продажные. На всех местах нам нужны лидеры, которые будут преследовать интересы других людей, а не только свои. Если вы бизнесмен, то ваша наивысшая цель — это не только ваше преуспевание, а продвижение всех, кто работает на вас. Скажите «Аминь» на это. Политический лидер должен заниматься бедными людьми, заботиться о них и следовать за тем, чтобы у нашей молодежи было хорошее образование. Если вы думаете, что и это политика, тогда я не знаю, о чем еще должен говорить проповедник. И послал их Моисей высмотреть землю. Если вы живете в Малави, то ваше будущее в Малави. Если вы живете в Англии, то там ваше будущее. Я понимаю, что у вас могут быть дела по всему миру, уже давно рынок стал всемирным. И так сказал им, пойдите в эту южную страну и взойдите на гору и осмотрите землю, какова она, о чем говорит Бог, чтобы они увидели виноград или великанов. То, на что вы смотрите дольше всего, становится сильнее. Если вы смотрите только на негативное, то утратите дух веры и надежды. А вы утратите оптимизм и забудете о том, что Бог знает, что делает. Бог говорит, какой бы плохой ни казалась ситуация, у меня все еще есть будущее и надежда. Я дам будущее вашим детям и их детям. Аллилуйя! И осмотрите землю, какова она, и народ, живущий на ней, силен ли он или слаб, малочислен ли он или многочислен, и какова земля, тучна ли она или таща. А вы знаете, что Африка — это богатейший континент во всем мире? Зачем вам переезжать в Австралию? Все богатство здесь. Но нам нужно создать богатое мышление и богатую культуру, веры и надежды, а также оптимизма в людях. И какова земля, тучна ли она или таща? Будьте смелы. Зачем им смелость? Смелость — это способность контролировать страх и его влияние. Что в первую очередь принес коронавирус? Страх. Все боялись вируса. Люди все еще боятся его, но забывают об этом в торговых центрах или когда идут в гости. Но в церковь они ходить боятся, потому что кто-то сказал им, что коронавирус живет в церквях.
Это ложь. Аминь. Это самое безопасное место. И у меня даже есть научное заключение. Мы распыляем специальное вещество, пока вы сидите здесь. Один из наших ученых недавно исправил меня. Он сказал, не говорить, что это вещество убивает все бактерии. Оно убивает только плохие бактерии и вирусы, а хорошие бактерии остаются жить. Не переживайте, мы не оставим вас без иммунитета. Я не ученый, я лишь передаю то, что мне сказали. Я знаю только то, что мы убиваем все плохое. Не плохих людей, а плохие микробы, аллилуйя. Я больше никогда не скажу подобную глупость. Главное, не приближайтесь к моей семье. Больше ничего не скажу. Не приближайтесь к моим внукам или к кому бы то ни было в церкви. Но сейчас не об этом. Давайте оставаться радостными даже посреди войны. Давайте оставаться радостными. Даже зная, что нужно встретиться с великаном. Давайте оставаться оптимистами в любых условиях. Давайте не терять радости. Потому что радость в Господе — это наша сила. Аллилуйя. Давайте будем оптимистами и позитивными людьми. Потому что Бог знает, что Он делает. Библия говорит, что голос радости будет слышен в жилище праведника. Поэтому воздавайте Ему всегда хвалу, прославляйте Его. Бог говорит, будьте смелыми. Мы знаем, что израильтяне не были побеждены великанами в той земле, но они были побеждены великанами в своем сердце. Они утратили Божий взгляд на вещи. Они были так сконцентрированы на великанах, что это изменило их разговоры. Они вернулись и сказали, «Да, пастор, ты прав, мы можем иметь будущее». Но, и это «но» дорого им стоило. Но Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря, «Пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее». А те, которые ходили с ним, говорили, «Не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас». Скептики и пессимисты, политические активисты, которые стремятся разделить нашу страну. А те, которые ходили с ним, говорили, «Не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас». Нет, это не так. Наш Бог сильнее, и Он за нас. Наш Бог великий, и мы поднимем людей по всему миру и победим этого демона коронавируса и бедности во имя Иисуса. И мы увидим землю, текущую молоком и медом. Аллилуйя. Мы увидим, как у наших выпускников университетов будет несколько вариантов будущей работы. Мы услышим о продвижении в Африке, в Южной Африке. Мы увидим землю, текущую молоком и медом. Мы увидим землю возможностей. Мы не будем смотреть только на проблемы и увидим, что у Бога все под контролем. Наш Бог великий и превознесенный. Мы увидим излияние Святого Духа, которое меняет сердца людей. Мы увидим движение Божие, которое не остановится ни воинством, ни силой, а Духом Моим, говорит Господь. Аминь. Аллилуйя. А те, которые ходили с ним, говорили, «Не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас», и распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилевыми, говоря, «Земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней, и весь народ, который видели мы среди ее». Люди великорослые. Там видели мы исполинов, сынов Енаковых, от исполинского рода, и мы были в глазах наших пред ними, как саранча. Такими же были мы в глазах их. Нужно быть не подавленными, а победителями. Нужно говорить.
не о поражении, а об обещании, которое Бог имеет для нас. Нужно изменить наше исповедание с неуверенного на уверенное исповедание. Бог говорит о будущем и о надежде. Вам нужно встать и поднять руки к Богу, а потом сказать: «Я не понимаю, что происходит, но ты сказал, если я буду искать тебя, то ты меня услышишь, проложишь путь там, где кажется, что его нет. Поэтому, Отец, я призываю тебя, как моего Освободителя, как моего Бога, как это делал Иосафат на поле боя. Я не знаю, что мне делать, я не могу своими силами справиться с этой ситуацией, но я знаю, что ты, Бог, больше. Я знаю, что это твое сражение. Я знаю, что ты проложишь путь в любом месте». А Бог говорит: «Если вы будете серьезно искать меня, то я не разочарую вас во имя Иисуса». Бог обещает, что Он не разочарует вас. Не позволяйте тому, что происходит вокруг, влиять на то, что происходит внутри нас. Прославьте Его. Аллилуйя! Мы не можем позволить климату в мире стать нашим климатом здесь. Вот почему Бог говорит своему народу после 70 лет плена: «Я хочу что-то изменить, но мне нужно ваше партнерство. Мне нужно, чтобы вы стали серьезнее». Когда люди сталкиваются с кризисом, то они начинают строить планы и стратегии. И в этом нет ничего плохого. Но иногда эти планы и стратегии порождены паникой, поэтому они не будут благословлены. Именно поэтому в первую очередь вам нужно укрепить себя в Господе. Вам нужно взять тайм-аут. «Но я слишком занят». Ничего страшного, сделайте паузу. Восстановитесь, чтобы иметь Божий взгляд на вещи. Дорогие политики, настройтесь на Бога, а не на свои эмоции. Слава Богу за то, что на этой неделе Он решил множество проблем. У меня сегодня такой голос, потому что мне пришлось переговорить с миллионом людей, чтобы остановить безумие. Поэтому не нужно мне говорить, что пастор только говорит о милом, нежном Иисусе, а это не так. Не нужно прятать голову в песок. Нам нужно искать Бога, а также выступать против тех, кто проявляет гордость и высокомерие, открыто или в личной беседе. Я могу с уверенностью сказать всем взрослым людям в нашей стране: мы прошли самое страшное. Аминь. Мы прошли самое страшное, но при этом мы решили двигаться дальше, невзирая ни на что. Мы решили подписать Декларацию Единства и искать Господа, чтобы Он давал нам мудрость и направление. Южная Африка принадлежит всем людям этой страны. Воздайте славу Богу. Нам нужно разрушить ярмо бедности. У нас один общий враг. И нам нужно разрушить ярмо бедности. Это наш враг номер один. Не думайте, что это враг номер два. Это враг номер один. Евангелие — это хорошая новость для бедных. Если вы бедны, то вам сложно быть свободным духовно и эмоционально. Именно поэтому мы открыли наши церкви. Мы хотим мобилизовать людей, и это не политика, это христианство. Если вы не даете брату то, что ему нужно, то как Божья любовь обитает в вас? Это не политика, это христианство. Мы должны быть добрыми самаринами, благословлять людей, вдохновлять, преодолевать расизм, помогать людям, которые раньше терпели лишения. Это не политика, а Евангелие справедливости. Евангелие Иисуса Христа несет исцеление для разбитых людей в нашей стране во имя Господа Иисуса Христа, и это не религия. Мы должны смотреть в лицо реальности, но только Божьими глазами.
Нам нужна сила Божия и помазание Святого Духа. А потом нужно действовать и двигать эту страну вперед, в единстве, а не глядя в другую сторону. Используйте свой бизнес, чтобы разрушить это проклятие бедности. Склоните головы и закройте свои глаза. Аминь. Послушайте меня внимательно. Вы должны знать, что будущее, которое Бог имеет для вас, не только в этом мире. Оно вечное. 2000 лет назад Бог послал своего Сына Иисуса умереть за вас. Он пролил свою кровь за вас, чтобы вы могли примириться с Богом. Бог полюбил мир, весь мир, настолько, что отдал своего единственного Сына, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вы смотрите нас сейчас и, возможно, думаете: «Пастор, у меня не все в порядке в отношениях с Богом. Если я умру сегодня, то не знаю, где проведу вечность. Так вот, я хочу помолиться за вас». Именно с этого начинаются серьезные отношения с Богом. Если вы этого хотите, то тихо скажите: «Да, хочу», и поднимите свою руку. Я не прошу вас выходить вперед, просто поднимите руку. Где бы вы сейчас ни были, поднимайте. Если вы чувствуете какое-то побуждение в своем сердце, то это Бог говорит к вам. Поднимите руку и скажите «Да» Ему. Я вижу много рук. Пусть Бог благословит вас. Теперь положите руку на сердце и повторяйте за мной эти простые слова. Скажите: «Иисус, я возвращаюсь к Тебе. Спасибо за то, что любишь меня так сильно, что Ты умер за меня. Я верю, что Ты воскрес из мертвых. И сегодня я принимаю Тебя моим Господом и Спасителем. Спасибо Тебе за новое начало моей жизни. Я молюсь во имя Иисуса. Аминь. Пусть Бог благословит вас. Мы любим вас».